Споры об уместности или неуместности строительства дворца спорта на месте троллейбусного депо утихли, как только комплекс начали возводить. На данный момент к завершению подходят работы нулевого цикла. Заложен фундамент под главную спортивную арену, смонтированы колонны. Трудиться строители не прекращали и в морозы. Правда, пришлось ограничить сварочные работы. Сейчас на объекте работает порядка 20 человек. К концу зимы дворец спорта приобретет уже более конкретные очертания. Будут спортивные, смонтированы полностью фермы, железобетонный каркас будет сделан, полностью будет завершен нулевой цикл, будет сделана часть кирпичной кладки.